В ГИБДД уверяют, закрытие всей улицы почти на неделю, да еще в преддверии начала учебного года, мера вынужденная. В связи с проведением ремонтных работ по устройству ливнеприемного колодца по адресу Севастопольская, данный участок дороги закрыт с 28 августа по 2 сентября. Дорожники к работе приступили ранним утром в четверг. Севастопольскую в межсезонье всегда заливают сточные воды. Именно поэтому здесь решили поставить ливневку. На этом работе впервые начинаем с нуля, делаем все полностью новое. Ремонтировать будем все новое. Она будет от края дороги до края дороги полностью. И уходить в центральную ливневую канализацию. Уложится ли в срок, пока дорожники точно сказать не могут. Все зависит от погоды. Проводить сварочные работы и бетонировать в дождливую погоду нельзя, уверяют специалисты. А для объезда Севастопольской на дни ремонта предлагают соседние улицы. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.